Вы можете указать мне такое место? И на сегодняшний день, как кто-то из вас уже, возможно, знает, реальность имеет около 13 измерений. И как там на золотом кольце сидели лица, царевич, король, королевич, и так далее. Серьезные врата, что уже открываются перед нашим полоненным взором. И, как говорится, свой жизненный путь пройдя до половины, я ощутился в сумрачном лесу. И гораздо больше интересного я, конечно, смогу рассказать сегодня о вас. Куда уходят корни, куда мы идем и зачем, собственно.